Спонсор программы – Северодвинский завод стройматериалов. Северодвинский завод строительных материалов – это кирпичное и монолитное строительство. Это контроль качества продукции, совершенствование традиций и благоустройство городских улиц и площадей. Северодвинский завод строительных материалов – все для любимого города. Архангельское шоссе, 31, телефон 580154. Посадками на даче в СНТ «Беломор» занимается Элла Павловна Трофимова. У нее все горит в руках. Несмотря на холодное лето, дети и внуки и клубника успели насладиться. И огурчики свои едят, и малину собирают. На очереди кабачки, помидоры, капуста простая и цветная, брокколи. Цветы тоже хорошо растут. Лилии, георгины, бархатцы. Сделан своими руками ирокарий с красивыми камнями и фонтаном. Стань участником проекта «Дачник-удачник» и выиграй приз. Сними на видео или фото свою дачу, приусадебный участок и отправь нам на электронную почту или в группе ВКонтакте, адреса которых вы видите на экране. Для обратной связи оставьте свои координаты. Победители проекта «Дачник-удачник» будут определяться путем голосования в интернете. За ходом проекта следи каждый четверг в 19:25 в эфире телеканала ГТРК. К концу сезона по результатам голосования будут отобраны три лучшие дачи в номинации. Ландшафт, лучший дом, лучший агроном. Победитель номинации «Лучший дачный домик» получит сертификат от нашего партнера, компании «Эковато-29» на сумму 10 000 рублей на приобретение и монтаж продукции.